Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на канал. Сегодня у меня выходной. Наслаждаюсь тишиной, подумала я, понаслаждаться тишиной, но нет. Соседка у меня с утра буянит, уже музыку крутит. Думаю, тоже что ли включить. В общем-то, подумаю, включить, не включить. Так, загрузила стирку. Загрузила свои халатики, свои платьишки все. Димкины шортики, в общем-то, загрузила стирку. Сейчас пойду на кухню. Сегодня мне готовить не надо, слава богу. Хочу просто пожарить, наверное, оладушек. У меня в холодильнике есть кефир. Хочу пожарить оладушек. Давно уже, давно вообще не пекла оладушки. Вот, хочу испечь оладушек. Ну что, какие у нас новости? Я сейчас работаю по суткам. Дорабатываю до отпуска, до 1 числа. 1 числа я иду в отпуск. Уже вообще не знаю, с какими, откуда силы взять, чтобы доработать до конца. Мне еще Ваня говорит, это еще ничего, а когда тебе останется смена или две, ты вообще, говорит, не сможешь идти на работу. Просто вообще, от слова совсем. Потому что будешь понимать, что уже, ну все, последняя смена, все последняя. Вот точно. Мне еще, конечно, не последняя смена, но я уже не могу и не хочу ходить на работу. Устала вообще. Каждый год вам жалуюсь, да, на свою... Каждое видео жалуюсь вам на свою усталость. Ну, как есть, девочки, как есть, так и говорю. Вот, что у нас еще нового? У нас на улице не сильно морозно. Сегодня утром Дима ушел в школу, я даже не слышала. То есть его папа будет, он ложится на этот маленький диванчик и досыпает. Папа его будет рано. Ну, если я дома, если я... мне не надо рано вставать, я сплю с утра, меня никто не трогает. Потому что у меня весь режим просто сбитый, вообще перекрученный. Я ночами полночи не сплю, потом полдня сплю, вечером я сплю. Вообще, в общем, непонятно мне какой-то сейчас режим. Поэтому меня с утра никто не трогает. Ваня, Дима будет где-то 6:30. Сегодня, по-моему, еще раньше разбудил. Потому что он мне звонил, говорит, Димку сегодня рано разбудил. Вот, и Дима одевается, и на этот диванчик маленький ложится, заводит свой будильник на телефоне и досыпает здесь немножечко, ну, там, полчаса, там, минут 40, ну, сколько, смотря во сколько разбудим. Вот. И, получается, я головой сюда сплю, вот, на большом диване, да, а у Димы здесь телефон на подлокотнике. Я даже его не слышала, представляете, вот как я провалилась вообще в сон. Я даже не слышала Димкин будильник, а он у него так громко, так... писклявый какой-то будильник, у него там звонок стоит на будильнике. Вот. Ушел ребенок, и я даже не слышала. Проснулся где-то в 10:00. Глаза открываю, телевизор работает, никого дома нет. Видимо, забыли мне выключить телевизор. Обычно они выключают. Ну, как бы телевизор не работает, когда я сплю утром. Вот. Так что я дома с Белочкой. Белочкам тут с утра уже гонки по вертикали, все гирлянды уже там в кучу собрала. Надо уже будет убирать все вот эти мишуры и дождики, гирляндочки. Не хочется, конечно, но надо будет. Вот. Так что такие сегодня у меня дела. Пойдем сейчас с вами на кухню, пожарим оладушек. Не знаю, варенье дома есть или нету, или оно все в подвале. Конечно, бы можно было бы со сгущенкой. Можно было бы, конечно, и блины пожарить, но блины... Что-то не хочется мне, блин, их так долго, что-то не хочется. Оладушки как-то побыстрее. Ну и давно не ели, я думаю, с охотки поедят оладушки. Вот. Белочка, скажи всем привет. Белочка, моя красавица, лежит. Ой, топотунки мои, топотунечки мои. Тут не могу без тапочек дома ходить вообще никак. Здесь я уже включила подсветочку. Так, сейчас я сразу достану сковородку. У меня здесь телевизор работает. А, стоп, мне надо сначала плиту помыть. Я тут чуть-чуть ухайдокала, вчера варила. О, ухайдокала, в общем-то. Сейчас я ее сначала помою, а потом будем с вами готовить. Вот эта крышечка, кстати, это знаете для чего? Она здесь у меня всегда лежит. Фокус-покус. Белка у нас вот с этого, с нашего ковша, любит воду лакать по ночам. Мы вот так вот закрываем. И вот сюда вот так подставляем, чтобы она не смогла ее просто даже скинуть. Если, ну, как по первости мы вот сюда ее ставили, эту кружку,
с водой. Она вот так раз лапкой и попьет. Зараза такая, пьет воду нашу. Так мы уже вот так вот и прям туда задвигаем под полку. Она тогда уже не достает. Поэтому эта крышечка здесь всегда лежит. Так, ладно, давайте протрем с вами плиту. Потом будем оладушками заниматься. Димасик у меня со школы пришел. Всем привет, скажи. Всем привет. Чё ты жуёшь? Жвачку. Как маленький ёкутёнок в этой курточке. Как дела? Нормально. Чё получил? Ну ничего, наверное. Ну поставить оценки, потом сейчас ещё не сказали. Голодный? Да, чё я купила. Понятно. Все, время без 22. Пришел мой ребенок. Да, Белочка? Сейчас будет переодеваться. Это раздевалки, чуть кроссовок не потерял. Какой? Вот этот вот первую обувь? Джорданы. Джорданы? Ладно, будем сейчас оладушки печь. Чай с оладушкой не будешь пить? Нет. А у нас дома нет варенья, Дима? Было варенье. Вот в холодильник вчера не смотрел? Сейчас я зайду. Что-то есть надо было, потом уже вставала. Да, я просто пить хотела. Я думала, там абрикосово было, мы его доели. А, ну там чуть-чуть его капелька, и все. В холодильнике муж повесилась, ничего нет. О, конфетки. О, его на столе конфетки как-то не видел. Да? Угу, доедай, иди суп, потом будешь кушать конфетки. Мама, знаешь, ты что-то ни разу не готовила? Что? Короче, типа оладушков, только внутри что-то типа шоколада, можно варенье, вот это. Шоколадку надо, плитку. Так можно и варенье. Нет, варенье не пойдет, надо густое, шоколадку. Ну, я тебе куплю две плитки шоколадки, хватит? Да мне одной хватит. Ну, вот даже одной хватит. Ну, это уже теперь в следующий раз. Я уже что-то пеку же. Нет, не так. Ну, завтра, ладно. Завтра я на сутки. Ну ладно, посмотрим. Я теперь на сутках. По суткам работаю. Понятно, что я. Что же я хочу? Дай супчик. Не хочу.
Так, попей с тарелочки, прям выпей. Сейчас будем. А, ты говоришь, тут нет у нас варенья, да? Угу. Мама, что там снизу было, что-то вижу черное. Вот это? Да. Блин. Тут надо все. А вот что. Тоже какое-то варенье, что ли? Какое-то варенье, Дима. Сейчас проверим, что у нас тут за варенье. Темное какое-то. О, панкейки это называется. Панкейки? Да, шоколадные. Все, не хочу. Ну, все так все. Блин. Теперь же я не смогу его открыть. Эту банку намочила. Она меня даже не надеется. Ну, открыла. Это вишня. Вишня, ну, нормально. Вот что-то вот. Ну, вот. Чуть-чуть вот это хотел. Вот что-то с кокосиком. Какая-то тема. Ого, выглядит так красивенько. Короче, там у нас в холодильнике лежал квас. Скис. Я его, да, папа сказал, что он скис. Я его сегодня взяла, думаю, надо его вылить. Начала открывать, и вся уляпалась. Начали. Да. Такие ладушки огромные. Получаются. Ну, а вытяжку включить. Что, она на кухне все заляпала? Нет, я тут возле мойки была. Так, ну это явно варенье у нас. Не прошлогоднее, а позапрошлогоднее. Почему? Ну, потому что в том году мы вишню не варили. А в том? А за прошлым, по-моему, варили. А, ну в этом точно не варили. Да? Ну, я имею в виду, в 23-м не варили. Таких давно у нас не было. Яблочный, но. Я вообще про них забыла. Вот это? Да. Вот, а, вон туда включи крайник. Да. Где никого нет. Не тянется. Да ты с краешку где-нибудь. А ты не вот. Ну как? Это надо было.
Дима, ты в этом году будешь купаться в проруби? Нет, я же говорила, сколько надо. Владик тоже не хочет. Ну все, оладьев напекли целую гору. Дима тут уже кушает с вареньем. Вкусно, Дима? Тарелочку ему отдельно положила, чтобы остывали. Такой вот у нас сегодня день. Ну что, на этом я сегодняшний свой влог буду заканчивать. Всем вам большое спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить пальчики вверх. Ну и прожимать колокольчик. Всем пока-пока. До новых встреч. До новых видео.